Мешает реклама, жми на крестик. Доброго времени суток, дорогие подписчики, друзья и гости этого канала. Сейчас мы начнем бомбить кого-то на ГВ. Да, начало недельки. Ну как начало, уже в принципе не начало. По ходу дела расскажу. Ну, какие усища. Так, кто у нас тут? Сколько помню, это, по-моему, русская гильдия какая-то. Сейчас посмотрим. О, белка с новым скином. Прикольно. Кто у нас тут еще есть? Глориус. Опачки, фран в дефе. Хотя некоторые франы так задалбывают. Такую вымачивают. В принципе, здесь Валька уже и так напрашивается, а сюда наш старый добрый Эшир. Старый добрый. Так, здесь с кого мы начнем? И вот, наверное, на лидере. Не знаю, лидер это или нет, как минимум по арене мы и закончим. И начнем, я думаю. Здесь Михаэль. Иногда эти Михаэльки так задалбывают. Вроде бы какой-то там щит, но на три хода порой этого очень достаточно. Плюс второй скилл. Откат. Откат. Так, что мы будем делать? Я вот думаю, в первую пати через Вальку, допустим, пирата. А вторую пати через кого мы будем бить? Хотя у нас есть через кого бить. И вот не медведя мы возьмем, а берем Эшира. Да, вариантов у меня немного. Через раму не будем бить, я думаю, он уже всем надоел, да и раму здесь мало кто может оттачить, скорее всего, вот кто его будет бить. Ну и не лучший, конечно же, состав я подбираю, так как, ну, ведро по-любому нам нужен для скорости обогнать. Не то чтобы обогнать, а просто чаще ходить. Поехали. Надеюсь, Хлоя моя в сумме с лидеркой окажется побыстрее, чем Берни. Какой-то ник у нее непонятный. Ну, фактически, вот вы видите, скорость на уровне. Ну же. А, мне оказался даже пират быстрее. Ну, и сейчас давай им скорость, пускай все походят. И главное, что вы видите. Ого-го-го. Хватит. Все походили, все довольны. 6 ведро походил, конечно же, четко. Так, ну, в принципе, неплохой вариант. Подхил нам нужен, нет? Нужен, нет? Думаю, не нужно. Надеюсь, не будет у нас прока. Так, что мы сделаем? Порежем атаку? Да. Хотя это не помешало. Нет. Потеряли мы пирата. И сейчас... Нет, лучше сыграем более своего. Так как 2-3 раза опять это чудовище походит, вы видите, ему конкретно прет на виол. Так, ну же. Сейчас еще и убьет, блин. Пирата потеряли, это, конечно, плохо, но не катастрофично, так как у меня есть еще две замены, такая как Меган и наша Чесунка. Так, до свидания. Оказался тяжелее, да, чем я рассчитывал. О-о-о-о-о. Хватит, хватит, хватит. Так, и сейчас, ну же. Комба-комбинушка. До свидания, мы говорим. Нет, не говорим. Это просто ужас. Ну, конечно же, сейчас еще и белка подхилит. И все начнется заново. Блин, а у меня-то хило. Один несчастный. Да уж, вы видите, не лучший вариант. Блин, из какого-то несчастного дефа, да, недооценил, честно. Недооценил. Но надеюсь, сейчас исправится у нас Эшир. Ну же, умри хотя бы. Отлично, Виолент. Не отлично. Так, ладно, в принципе, скилл-то все равно откатится. Будем убивать белку. Постараемся, точнее, убить. Ну, видите, она прицепилась, эта белка, и она не отцепится уже от нашего Тессариона. О, там еще и контратака. Вообще чудненько. Видите, баф конкретно мешает. Плюс 2 подхила. Есть ли смысл нам ходить через резню?
Почему бы и нет, сливать все равно нужно. Отлично, еще и убрали щит. О, вот это очень хороший вариант. И сейчас Билка, по идее, сдыхает. Да, Билка сдыхает. Еще и поруки. Поруки. Как вы видите, Михаэль ее, по-моему, зовут. Таки неплоха. Неплоха Виоленте. Еще и задержку откат скиллов кидает. Ну, в принципе, для такого персонажа это не страшно, так как ульты нету. То есть третьего скилла какого-то. Пассивка она вечная. Так, и думаю, добьем. Добили. Но было опасно, вы видели. На грани был мой рыжий друг. Так, мы будем дальше бить. Глориус. Этого. А, этого мы, как и договорились, под конец оставим для рамы. Здесь или здесь, я вижу. Наши еще не оттачили. Да, я немножко затупил с войной гильдии, так как стартанул ее позже на час. Прошу прощения, кто смотрит меня с гильдии. Так, будем бить, наверное. Здесь, конечно, Валька. Валька. Очень будет мешать, я думаю. Так, вот сюда лидерки нету. О, в принципе, видите, фишка все-таки оказалась более-менее нужная, так как сейчас бы приходилось бы убирать. Но знаете, что бы я еще хотел бы, чтобы в игру добавили, это некие такие вот бинды. Допустим, вот ты сохранил вот этих вот, вы знаете, я называю это русский стандарт, и, к примеру, ты там записал там цифра 1, да? И вот здесь вот ты нажал цифру 1, к примеру, у тебя хоп, эти три персонажа вылезли. Было бы прикольно, я считаю. Думаю, со мной согласятся. И, а сюда мы возьмем Белку. Да, Эшира поставим в лидеры. Эшира в лидеры поставим. Ашера, Эшира. Хотя, в принципе, для комбы нам не хватает, мне только не хватает вот шарика ветра прокачать. И было бы вообще класс. Три персонажа, которые смогли бы снять бафы. Плюс, наоборот, бафнулся бы. Неплохо было бы. Да, думаю, прокачаю. Но очень мечтаю теперь о прахе. Да, ну, Сиара тоже, в принципе, неплохо бы зашла, хотя мне нет ни одного бомбера, но я думаю, я бы это бы очень быстро бы решил. Я бы начал бы покупать паки бы, выбивать любого бомбера под Сиару. Хотя и в одиночку она порой такие какахит выдает. Так. Жанка. Собачка. Так, что же будем делать здесь? Ну, в принципе, да, поехали. Здесь главное будет снять щит с нашей Катерины Петровны, для того, чтобы она не раздала люлей. Оп, опасная ситуация. Очень опасная ситуация, но нам вроде как повезло. Вы видели, да, тот урон? То есть я не заметил цифры, но я вижу по вот этой вот несчастной писелюшке ХП. В общем, печальная Валькирия. Я думал, у меня Валька Гуану Мамонта. Но на самом деле нет. Так, попробуем убить Тайрона, так как для Вальки третьего скилла и так будет много. Да. Три удара по 1000. Вы понимаете, то ли Валька... Не, Валька в каких-то рунах-то есть, но это очень слабый урон для Валькирии. Очень слабый урон. Я не знаю, какие там руны, может, 2 или 3 звезды, или просто вставленные руны, но не точенные. В общем, абсолютный какой-то бред. Не топовая Валька, да. Моя чуть-чуть лучше будет. Так. Опачки. Так, ну а здесь, я думаю, здесь главное вот тычку бы в Таора. Таора его, по-моему, зовут. И, ну, и убить, наверное, фею было бы очень хорошо. Надеюсь, фея там не с 30 или 40 тысяч хп и с проками Виолента по 10 раз. Нет, 25 тысяч хп, но сейчас она подхилит. Скорее всего. Ну, естественно же. Ну, естественно же. Блин, 15 раз надо похилиться. Даже такие феи порой такое выдают. Ну, Валька такие дела очень быстро решает. Понимаете, война такая полусливная. То есть персонажи вроде бы как и нелегкие. Ну, так как я бью вроде как топовых по арене. Вот, но с другой стороны и не самая тяжелая война. В принципе, рейтинг такой средний, мы, я так понимаю, еще в Рубине находимся. Да, кстати, по поводу вообще войны гильдии. Сейчас я выставлю атаку и расскажу вам. Так, а вот здесь вот кого мы будем, наверное, часунку использовать. Здесь я буду менять составы. Часунка. Где наша часунка? Да, более своего сыграть, так как
Иди знай, какой тут, насколько тут матерый Дарион. Или Дарион. Фиг его знает. Я вечно по-разному называю. Я не запоминаю даже, как я называю. Ну, здесь, естественно, вы же знаете, мне даже Рама сегодня с утра смс-ку прислала, говорит, паскуда, Аракис, не возьмешь меня в бой. Ух, я твою, блин, дуплота раз... Ладно. В общем, в поисках меда. Понимаете, о чем я. Так, поехали. Вот, по поводу гильдии. Прикол был в чем? То, что в субботу там проснулся с утра. Точнее, проснулся с утра, я был уже, вы знаете где, в Никополе. Вот. И зашел в игру. А прикол-то был в чем? То, что заходишь, а у тебя в инвентаре приблизительно, сколько у нас было? 6, могу ошибаться, но 5 100%. 5 раз нас проатачили за, получается, за последние 12 часов, и все 5 атак мы выиграли. Да, защита у нас оказалась в разы круче, то есть ни одного боя мы не проиграли за последние сутки в плане защиты. И я еще ни разу не видел за все время нахождения своего гильдии, чтобы одну гильдию проатачило там 5 гильдий. Плюс мы выиграли еще и свою войну гильдий. То есть мы кого атаковали. Следовательно, я зашел 5 раз или 6. Я точно не буду, но давайте лучше скажу 5, чтобы там никого не обмануть. 5 раз я кликнул, то есть собрал 55 очей, собрал еще там очей 50 с нашей войны гильдии. В общем, вы понимаете. И рейтинг наш вырос приблизительно с 1060, мы выросли на... Опачки. С 1060 мы выросли на 1111. Вы понимаете, мы поднялись фактически до 2 рубинов. Это с одной стороны круто, с другой стороны нам чуть-чуть не хватило. Буквально действительно чуть-чуть. Ну, ничего. Вот. Но в этом-то и прикол. То, что в понедельник нам такие попались. Ой-ой-ой, дяденьки, которые нам наваляли, естественно, люлей. Точнее, мы не смогли вообще ничего там сделать. Ну, обижаться там не на кого, понятное дело. Мы просто проиграли. Вот, поэтому сейчас нас уже более-менее подслили, и можно продолжать сливную неделю. Так что вот такие вот дела, да. С одной стороны, прикольное начало недели, с другой стороны, нет. Точнее, закончили мы неделю очень весело. Так, будем нашу веру. Вера. Вера, Вера. Можно ее Верой называть. Посмотрим. Так. Наши раздуплились. Началась война. Опа, кто там походил? А, Хлоя. Это нормально. Это норма. Так, ну, первого, наверное, будем Велика убивать. Велика или Лео. Ой, Лео, Лайка. Лайка, Лео. Прикольное имечко, Лайка. Так, так, так. Заглушим ему пассивку. Хотя, в принципе, зачем, мы его бить не будем. Кстати, в момент, когда вы бьете его, и, допустим, вот таким же Тессарионом, до того, как вы повесите Обливиан, а Обливиан либо вешается, либо нет, с последнего удара. То есть вы нанесли последний удар, и аж потом уже захватывается, ну, и вешается Обливиан. Следовательно, за эти 3 удара он, если у него там прокает его пассивка, он может еще и застанить вас. Вы понимаете, да? То есть иногда это не очень круто. Так. Ай, вот это плохо. Снял он. Ну, насколько? Неплохо, скажу так. Ох-ох-ох-ох-ох. Это очень плохо, так как сейчас придется подхиливаться. Очень плохой расклад. Блин. Очень плохой расклад, скажу так. Так, и сейчас придется убивать, наверное, Велика. Так, доты сейчас немножко снимут. Я так планирую. И, да, будем убивать его. Надеюсь, мы убьем его. Ну да, это стандартный такой днищий архангел, который прокачан через защиту. Типа, ой, хочу наносить много урона. На самом деле, вы видите кусок говна, который там очень слабый, даже Рама шотнет и не почувствует. Вот такие вот дела. Да, поэтому я вам советую хотя бы один слот одеть в ХП, чтобы ему сделать ХП больше 25 тысяч ХП. Потому что всякие там велики там с 18, там 30 тысяч, ой, 18, там 20 тысячами хп, это вообще ни о чем. Это как, я не знаю, там, Веромос с 15 тысячу хп. Где-то такое. Либо как моя белка там с 17 или 18. Кому удачи, побед вам на ГВ. Кстати, да, присылайте мне картинки. Ну, вроде бы и все. Всем спасибо, всем удачи, пока.